Предварительного следствия установлено, что 22-летний злоумышленник в ночное время приобрел канистру бензина на автозаправочной станции и направился к дому потерпевшего. Там он облил автомобиль Toyota Camry бензином и поджег его. Транспортное средство сгорело полностью, причинив ущерб на сумму около 3 миллионов рублей. За что тебя задержали? За что задержали тебя? Вопрос конкретный. Мне сказали, друзья зажгли какую-то машину и украли. Озерск. Гражданство Российской Федерации имеется у вас? Не, я гражданин. Когда приехали в Калининградскую область? В 2018 году.